Так, посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здравствуйте, друзья, подписчики и гости канала. Очередная вылазка на карпа, карася, сазана. Забросил 3 удилища уже на карпа, на горох. И 2 удилища на карася. Карася будем пробовать ловить на кук. Забросил 1 удилище на чесноковый и 1 удилище на медовый. Пока ничего. Буду смотреть, на какой лучше ловить. Приятного просмотра. Есть карась, наверное. Да. Первый карась клюнул на чесноковый кук. Ответочка. Была поклевочка. Смотрите, какой карась. Это карась. Клёвка была. Таких карасей можно ловить. Была поклевка здесь. Смотрите, какие караси пошли. Бомба!
усилился ветер и начал клевать карась. Карась, как всегда, классный. Какой карась. Так, на что он взял? Взял, наверное, на червя. Сейчас мы будем на червя ловить. Лапоклёвка. Наверное, на червя. Yeah.